в каких-то кварталах, которые входят вот в этот квадратный километр, мы будем разрешать строительство социальных объектов, объектов, связанных с инфраструктурой туристических. Вот, возможно, в каких-то кварталах будет разрешено жилье. Те кварталы, которые сохранились и обладают наиболее исторической ценностью, там, конечно, будет режим только восстановления исторических объектов, исторической среды или ее регенерации.